Вот такое вот приспособление. Да, вставляется батарейка внутрь и будет светить, приманивать креветку. Сейчас мы в бухте все проверим. Фонарик закрепил внутри сверху ражницы. И сейчас я фиксирую экшн камеру рядом с фонариком. Хочу вам показать, как быстро креветка идет на свет, как быстро набивается в ражнице. Пока фонарик светит минут 30, аккумулятор не сильно мощный. Вчера я заказал с AliExpress более мощный аккумулятор, и будет фонарик светить час. Вот сейчас я воду опускаю в раколовку. Подняли ражницу. Еще один совет по ражнице. Обязательно по центру ражницы на нижнем ярусе надо закрепить груз. 200 грамм хватит. Это даст быстрое погружение ражницы. Фонарик проработал 25 минут. Словили примерно грамм 300. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!